Всем привет, друзья! Для приготовления этого вкусного легкого салата из огурцов нам понадобится 4 сочных огурца. Отрезаем попки и нарезаем кружочками шириной несколько миллиметров. Отправляем огурцы в миску. Несколько зубчиков чеснока нарезаем мелким кубиком. Добавляем чеснок к огурцам. Мелко измельчаем полпучка укропа. Отправляем в миску. Добавляем 1 столовую ложку лимонного сока. Добавляем 2 столовые ложки соевого соуса. Одну чайную ложку французской горчицы в зернах. Добавляем 2 столовые ложки острого кетчупа чили. Также огурчики перчим по вкусу. У меня смесь перцев. Разогреваем в сковороде 2 столовые ложки растительного масла. В разогретое масло добавляем 1 чайную ложку кориандра и обжариваем на умеренном огне 30-40 секунд, для того чтобы кориандр лучше открыл свои ароматы. Заливаем ароматное масло с кориандром к огурцам. На сухой сковороде обжариваем 2 столовые ложки кунжута, периодически перемешивая в течение 30-40 секунд до золотистости. Добавляем кунжут к огурцам, добавляем 1 чайную ложку меда и хорошенько перемешиваем салат.
Даем огурцам настояться в течение 30 минут. Перед подачей хорошенько перемешиваем салат и подаем к столу. Вкусный салат из простых огурцов готов. Когда нужно быстро приготовить вкусную закуску, беру огурцы и готовлю этот гениальный салат за 5 минут. Блюдо из огурцов получается очень вкусным, пикантным. Простой и быстрый рецепт салата из огурцов можно есть хоть каждый день, хоть подать к праздничному столу. Подходит к мясным блюдам, к рыбным. Острые огурчики за 5 минут – гениальный салат. Вам понадобится всего пара ингредиентов. Самый быстрый салат. Я не могу перестать есть этот салат из огурцов. Вкусно, быстро, доступно и просто. Если вы не знали, что приготовить из огурцов, этот салат идеально вам подойдет. Смотрите также вот эти мои рецепты. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, пишите свое мнение в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.